Еще коллекция трусов, друзья. Вот два персонажика. Я уже так буду показывать, скорее всего. Взяли, вышли просто во время игры. Бункер первый был уничтожен. Он вот тут сбежал. Мы начали с ним отбиваться. И этому что-то не понравилось, то, что первый сбежал, он тоже сбежал. Я еще один продержался 7 минут. Запоминайте, друзья мои, вот этих вот героев. Запоминайте. Пригодится. Так, друзья. Приветствую нового труса. Короче, все нормально было. Одолеваем. Вот только немножко начали нас прожимать. Все. Притом-то он со своей волной, обрати внимание, он со своей волной справиться не может уже. То есть вот в чем проблема. Когда волны меняются, он начинает кликать на то, что поставлены экстракторы. Как всегда. Я тоже поставлен. Давай-ка я сделаю стандартную скорость. Вот, натыкается на протусов вдобавок, то есть ему спокойно их разваливают при том-то. А здесь ребята его крошат. Тупо как котенка. Гранатами. Тут потом начнется самое, друзья мои, интересное. Здесь опять же не можем справиться. Где там наш бойкий супербык? Ну, пошел. Ну, его опять же гранатами раскидывают, как паршивого котенка. До него это не доходит. Чтоб самому бы гранаты построить бы, не мешало. Че он тут писать сейчас будет или когда? Да то я тут бегаю туда-сюда. Пытаюсь хоть как-то нейтрализовать территорию. Там бы бункер шибли. Все. И пошла моча по трубам. Начинает он линковать на ассемблер. Типа вот. Из-за ассемблер того, что ты поставил. В общем-то, мы и проиграли. Начинает, короче, он пинать эти ассемблеры, там два, там это мне не так, то мне не так. Тут бой у нас продолжается. Ну, вроде начинаем отстаивать потихоньку свою территорию. Более-менее нормализуем. Почему я ставлю ассемблеры, я объясню, друзья, мне не буду, это глупо. Хотите ставьте, хотите нет. Я, кстати, уже мелких тараканов понастроил. Довольно-таки прикольно получилось. И он вышел. Все. Он вышел. В дальнейшем я вам могу только объяснить. Еще матч длился 20, как видите, 14 минут. Мы еще сопротивлялись. Мы-то победили. Потому что если брать совокупность, извини меня, протосов и, простите меня, бляха, зергов, это просто звездец фееричный. Это я вам сразу скажу. Это слишком жестко. Я уже пробовал сражаться против таких орд. Против нас про их были две протосы и зерги. Это не победить. Мы здесь победили-то. Этот чувак просто взял, вышел. Сначала ему не понравился ассемблер. Потом он сказал фей и просто вышел. Вот, друзья мои, такой вот игрок. То есть додуматься. Ему надо было построить просто штук 6-8 головорезов, чтобы одолевать свою волну. Чтобы не перепадать на волну протосов. С архонами он бы так просто не справился. Своими мародерами. Вот вам банально. Вот пишут мне до сих пор. Не, волна без разницы. Все уперты как один. Я не понимаю этого. Ну, даже вдаваться в подробности не хочу.
Тут. Я не знаю, где это вообще кто услышал. Ну, запоминайте, друзья мои, игрок Кент. Прикольный черт. Просто решил выйти. Молодец. И почему? Все, подобрались к крепости, сейчас умрем. Так надо подождать, попробовать что-нибудь придумать, посопротивляться. Почему нет? Это игра. Ай, ну ладно, понятно, все тут было. Что ж, друзья, вот еще одна моя коллекция трусов. Запоминайте создание. Посмотрел, что-то ему не понравилось. Русофоб, наверное, какой-то, и вышел. Я тут посражался, но противник сразу видно опытный, я даже не стал дальше сопротивляться, тут это бесполезно. Вот, друзья мои профессионалы, давайте-ка попробуем посмотреть его профиль. Где у него тут предыдущие? О, господи. А вот история матчей. И это создание хочет меня чему-то поучить? Он в клане состоит, а тут, наверное, в клане играл, да? Да, 2 на 2. Ну, конечно, он в клане играл. О, да, тяжело в клане играть, друзья мои. Очень тяжело. А тут что за победа? Так, это... мой или его вообще профиль? Ну, вроде по идее должен быть его. Вот этого чудика, да. Профиль, да. Вот его профиль. Здесь что за победа? Опять два человека с клана. Ну, в общем-то, вы видите, какие игроки мнят себя умными. А ну, если бы у него здесь было там выигрыш, 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 а победа у него, наверное, только когда он в клане был, да? Ну да, вот когда он в клане, победа. Ну, тут и дурак поймет, почему у него победа. Вот, пожалуйста, еще один претендент. Что ж, друзья мои, коллекция растет. Здесь у нас коллекция, насколько я понял, подставного. В общем-то, он вообще не играл вот это вот время. Но я не знаю. Так, давай-ка повтор включу. И вам поподробнее покажу. Вот вам, друзья, прикол. Я уже не первый раз встречаю одно и то же. Игрок сначала начинает. Якобы он что-то делает. Потом хренак, он типа в АФК. Какая минута? Якобы он в АФК. И что дальше происходит? Он просто наблюдает, что тут творится. То есть, после того, как раз... после того, как раз, когда его начали типа обнаруживать обсерверами, ну все. Типа, АФК. Не первый раз уже это замечает, друзья мои. Это еще один контингент трусов, но тут, скорее всего, не трусов, а шпионов. Потому что, я еще говорю, когда я заходил, мне странным показалось, что два человека в первой группе, один человек во второй группе. Я попал в третью группу, думал, последним буду. Меня в итоге в другую группу перекинули. Ну, показалось очень странным, но ладно. Что ж, друзья мои, коллекция трусов пополняется. Вот, два труса. После уничтожения бункера один сразу слинял. Профессионалы игроки, так называемые. Вы чё? Он же профессионал. Давай-ка посмотрим профиль. Супер прям профессионал. Знает, когда надо убегать. Вот второй. Тоже меня подставил, бросил. Знаете, я тут играл один против трех людей, против трех тиранов. У меня было бы больше шансов протосом сыграть, если бы этих двух кретинов со мной бы рядом не было. А то если так уж посудить, со мной каждый согласится, что у меня было бы одного больше шансов их выиграть. У одного, троих.
чем играю вот с этими. Ай. Мне и то статистика, как говорится, хуже, и то я стою до конца. Понятно все. Запоминайте, друзья, мы героев. Один, второй.